А ми продовжимо розмову про благодійність. 8 жовтня у Миколаєві стартує благочинний аукціон картин «Побачити світ» на підтримку дітей, які страждають на захворювання зору. І зараз у нашій студії керівник Миколаївського обласного благодійного фонду сприяння дітям Олена Легка. Доброго вам ранку. Доброго утра. Олена, скажіть, як ви почали займатися благодійністю? 8 лет назад. Я и мои единомышленники, друзья, организовали благотворительный фонд «Содействие детям». Цель фонда была на тот момент довольно узкая. Это помощь нашему онкоотделению Николаевской областной детской больницы. За эти 8 лет была проделана очень большая работа и покупка оборудования, и медикаментов, почти что ежедневное поступление для детей, и мебель, и ремонт, и в принципе, наше отделение сейчас очень достойное. И помощь детям оказывается хорошая. Но мы развиваемся, и в этом году мы столкнулись, нам обратились родители детей незрячих, и мы начали программу по помощи незрячим детям, и заодно столкнулись с состоянием детского отделения, а именно физиотерапевтического кабинета в областной больнице. Но так как у меня самой очень низкое зрение, минус 8, я потеряла в детстве очень много, потому что у родителей не было возможности лечить меня, потому что в нашем районе, где мы жили, не было даже детского офтальмолога. На самом деле, кстати, вот в 5 районах Николаевской области до сих пор нет детских окулистов. Это проблема кадровая. И я знакома с этим, потому что я увидела, в каком плачевном состоянии находится оборудование, на котором, которое, в принципе, основное составляющее лечение детей с проблемами зрения. Оборудование уже больше 40 лет. Остаться безучастным, я не смогла, потому что у меня уже есть опыт в оборудовании детской больницы. Оборудованием и так далее. И мы решили сделать такую акцию. Это благотворительный аукцион картин, цель которого — собрать картины наших николаевских художников и профессиональных, и аматоров, и сделать красивое мероприятие, где эти картины будут проданы, и на эти деньги мы закупим и оборудуем этот кабинет. Могу сказать, что через этот кабинет в год проходит около 2000 детей. То есть, и дорослых там... Все ликуются. Нет, детское отделение. Детское. Это дети проходят там лечение. То есть это дети со всей области, они со всеми спектром глазных заболеваний. Они проходят лечение в этом кабинете. Які види обладнання плануєте закупити? Там около 12 аппаратов, у них очень названия такие медицинские, я думаю, зрителям это не нужно, но это и лазер, и ксенотафор, и амблиофор, там очень такие, это связано и с лечением близорукости, дальнозоркости, а также заболеваний глаза, большого спектра. То есть еще хочу отметить, что многое из того оборудования, что мы планируем купить, его нет вообще, то есть наличие. Не то, что мы меняем, а вообще новое. И это оборудование есть только в платных клиниках, и за которые дети, которым нужно пройти лечение, они проходят в платных клиниках. Но не все это могут себе позволить. А в нашей глазной больнице это лечение абсолютно бесплатное. То есть это дает возможность... Там есть такое оборудование, которое может вернуть 100% зрения, то есть при том, что даже 90% потеряно. Это очень может сыграть существенную роль вообще в развитии личности, потому что очень важно, либо человек здоров, либо он потерял зрение и уже находится недееспособный. Звичайно, тим більше, що це діти, їм ще жити і жити, да, обирати да. свою дорогу в житті, професію, навчатися. Да. Работать. І я думаю, що государство теж заінтересовано мати повноцінних здорових граждан, які несуть свою участь в розвитті государства. Акцію запланували, ви сказали про те, що це буде дуже красива акція. Да, це не просто збір коштів. Да, що це буде? Як буде відбуватися аукціон? Ну,
Во-первых, это будет очень красивое место. Это музыкальная гостиная музея имени Верещагина, которую вот недавно еще реставрировали. То есть там красивый рояль, и будет музыкальное сопровождение, и красная дорожка, и живые скульптуры, и какой-то дресс-код, то есть вечернее мероприятие. То есть это будет такое довольно красивое мероприятие. Але ми не сказали про те, що для цього заходу надають картини миколаївські художники. Да, давайте подивимося, які вже картини беруть участь у аукціоні, а ви трошечки розкажете про його учасників. Угу. Прошу. Ну, это картина Розани Бабаєвої, известной художницы. Это картина Стасюк Світлани молодой, Інна Мяла, известная николаївська художниця. Так. Это картина художника аматора Жанна Величко. Мне дуже сподобалося. Да. Это тоже картина аматора, то есть девушка не училась ни в художественной школе. Вот картина аматора. То есть у нас очень много откроется и новых имен. Так, не только благодійна акция зі збирання коштів, а ще й відкриття нового. Да, это вот эта картина, можно вернуть назад? Нет. Ну, картина это была Октябрь, Крым. Тоже это депутат городского областного городского совета Новой Одессы, тоже Ирина Кветка, всем известная художница, которая очень такая, картины у нее и радостные. Світлі такі, такі світлі, радісні. Да. Отже, миколаївські митці попрацювали для того, щоб дітки із слабким зором могли побачити світ, побачити те, що бачать художники, і відчути його по-новому. Да, і що дуже хотіла відмітити, що многие художники не только предоставляют картины, а еще и помогают нам в организации. Причем мы их об этом не просили. Это Ирина Чайка, Валентин Меркулов, Инна Савенко. Они обзванивают своих коллег, они их приглашают к сотрудничеству, дают нам советы, как провести мероприятие. То есть, ну, очень приятно. И они, их очень затронула именно эта тема, именно дети с проблемами зрения, потому что именно художники творят, вот, чтобы видеть красоту этого мира, и сами ее видят, и они хотят, чтобы и наши дети тоже видели этот мир, такой, как он есть, во всех его красках. Кто возьмет участь в аукционе? На кого рассчитана эта акция? На широкий загал? Чи, это, нет, это акция открытая. Любой человек, который хочет сделать свой как бы взнос в эту акцию, может прийти и поучаствовать в этом аукционе. Мы даем возможность 15 сентября у нас заканчивается сбор картин, уже будет готов каталог, и с этого времени мы даем возможность поучаствовать не только придя на аукцион, мало ли там нет времени, а и заочно, то есть можно будет сделать в интернете или позвонить, или отправить электронное письмо, можно будет сделать заочно ставку, и она на аукционе сыграет. Миколаївці добросердні, мы цьому переконалися, да, під час, да, опитування. Наш город один. Мы когда бываем на каких-то разных форумах и рассказываем, что мы вот в Николаеве сделали, вот, ну, там, вот, какое мы оборудование купили, там, что у нас там дети в онкоотделении практически на 70% обеспечены благотворительной помощью. То есть они все удивляются, говорят, боже, какой у вас город, у нас это очень сложно сделать. То есть... Але люди хочуть знати, куди підуть їхні кошти, наскільки, да, прозоро використовує абсолютно ваш фонд, прозрачно, і де можна подивитися, да, дізнатися, отримати інформацію про використання коштів. Вся акція і зараз від початку до кінця, тобто как бы, как транслюється і на сайті нашому, официальному фонду, і на моїй страничці офіційній в Фейсбуці Єлена Легка. І во время аукциона будет указана там цена продажи и покупка, тендер. Это все будет официально, прозрачно и вплоть до копейки будет показано на сайте, как мы купили, что мы купили, где мы купили, куда поставили, как бы все. Ну, наш фонд всегда придерживается такой открытости и в любых проектах, и как бы с этим проблем не было. Дякую вам. Успеху. Спасибо. И, звичайно, добрих сердець наших миколаївців.